руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. Президент Азербайджана отвел на мирный договор 2 месяца, то есть до конца года. Ресурсы на Земле за это время измениться не могут по определению. Все потуги руководства Армении, Армян-Карабаха, России, США, Франции, Евросоюза разобьются о несколько действий Азербайджана в Карабахе. Настолько все эти политико-дипломатические, пропагандистские и иные активности не имеют под собой реалистических оснований. А такие информационные провокации до конца года еще будут, как из России, так же и из Франции. Армяне Карабаха сегодняшним митингом в очередной раз подставили себя. Как Армения не смогла обеспечить безопасность в течение 25 лет, так и российские миротворцы не смогут. Консолидированная позиция азербайджанского общества по данной теме едина. С армянами или без армян, Карабах должен быть полностью под суверенитетом Азербайджана и никаких российских миротворцев и иных миссий. Руководство Азербайджана старается решить вопросы гуманно, создав возможности для армянского населения Карабаха. Однако первый звонок прозвенел в Праге, где президент Азербайджана предложил 2 варианта – остаться и стать гражданами Азербайджана или же переехать в другую страну. При продолжении данной линии поведения выбор у армян Карабаха останется один –